Доброе утро нашим дорогим подписчикам из Тохоку, префектуры Мияги. Я сейчас нахожусь в интересном месте. Как вы видите, здесь храм с помощниками Камисама Инари, божество синтоистское риса, которое стало также божеством-покровителем бизнеса, процветания. И его помощники всегда вот статуи на входе, они лисы. И здесь построили храм Фушими, храм Инари в честь этого божества, потому что мы находимся в деревне Лис. Это такой заповедник, зоопарк. По-моему, некоторые лисы здесь спасены, потому что они в таких... у них какие-то проблемы со здоровьем, ушибы. Есть такие, которые свободно вот, гуляют по территории парка, никого не трогают. А есть такие, что их нужно держать только в... к сожалению... в закрытых клетках. Вот такие есть, которые просто сидят спокойно, никого не трогают. А здесь через тори можно увидеть... Тори — это синтоистские ворота, ведущие к красной тори. Это всегда ряд из десятков, сотен или тысяч ворот Тори, которые идут к храму, храмам Инари. Есть около 40 тысяч храмов Инари во всей Японии. И здесь, в деревне Лис, вот так они спят, отдыхают. А также есть клетки большие для, например, 15 лис. Примерно. Сейчас я подойду туда, покажу вам лис в большой клетке, а потом мы спустимся. Я вам покажу лис в маленькой клетке. Вот немножко выглядит как начальник этой клетки. Так, в храм вот ходят лисички. У входа к храм стоят две статуи лисы и ходят две лисички. Сказали, если они не в клетке, то нельзя к ним подходить близко. Если у нас в руке будет там карта или сумочка, они могут ее схватить и подрать. Поэтому нам сделали инструктаж. Вот этот за мной везде ходит. Вот как будто я ему не понравилась. Он такой все время надзор надо мной устраивает. Здесь сиеста. Так, тут лед, нужно осторожно спускаться, чтобы не упасть на лисичек. А то здесь некоторые не очень довольны выглядят. Ой, я испугалась прям. Не знаю, как здесь спуститься, чтобы не... Я надеюсь, что мои кошки на ногах, вот, что они не пугают их. Белые, черные, рыжие.
лисы разных мастей. Некоторые напоминают мне тануки. Здесь всякие объяснения, но только на японском. На английском, мне кажется, не видела ничего. Мишу там многие их фотографируют. Сейчас подойдем к этому открытому. Он не хочет, чтобы я шла туда, подождем. Ой. А, тут лестница, я не заметила. Под снегом. А, он залез. О-о-о-о, ой, они дерутся. Ой, они прям сильно дерутся. Это было страшно. Это было очень страшно за ту лису, которая внутри. Ладно, пошла-ка я отсюда. Что-то мне здесь не очень уютно с злыми лисятами. Ой. Вот у них здесь такие домики. Вон еще кто-то бежит. Везде видно, где они пописали по цвету песка. Черный-черный, прям не видно даже лица. Тут прям очень скользко, смотрите, тут лед, поэтому мне надо идти даже в кошках. Что-то не очень так. Минуточку. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Ой. Здравствуйте, здравствуйте, наши девочки. Здравствуйте. Ой, в домике прикольно.
шикарно участвует. Это же домики, такое... это так мило. Ты сними для меня вот это. Вертикально. У меня есть. Это? Не, чтобы две вместились, весь домик. Таких чтобы... у меня много уже. Я уже снимала okay. его отдельно с ушами. Вот так, чтобы было, да? Красиво. Да. А, прикольно. Ну, что, да, вот так, да, чтобы весь да, домик много. Видно было. Окей, спасибо. Тоже. Я лайв делаю. Ой. Мы уже на выход. Мы идем, да. Окей, мы уже выходим. Надеюсь, вам понравилась эта короткая прогулка. Очень холодно. Снег идет. Где-то градусов сколько? Ноль? Около нуля? Один. Или минус один. Минус один. Пальцы сразу замерзают. Все, ему надоело. Все, им надоело нам позировать для фрегата. Для подписчиков фрегата. На видео делать. Молодцы. Гид в Токио, давайте, вот, рекламирую гида из Токио, красавица, умница, Катерина, прекрасная. Да, приходите, пожалуйста. Между прочим, специалист по тахоку. Да, да. Да. Ты это снимаешь? Да, Катя да. была везде, в Фукусиме. Катя живет в Токио, и она очень любит путешествовать, и она со своей семьей Катя, часто скажи, пожалуйста, ездит. Что интересно в Фукусиме? Почему сюда надо ехать? Потому что здесь есть цветные озера Гошикинума, потому что Фукуси. Здесь есть прекрасная гора Бандай с двойной вершиной, потому что здесь очень вкусно кормят. Потому что здесь... Чем кормят? Здесь все вкусно. Ну, да, но в... Где мы вчера были? Оучидзюку. Мы там ели обалденную абсолютно собу гречневую, неги-соба. Ага, при помощи я ее показывала, да. Да, она... да, да. Ага. Вот, а вообще здесь чидори. Чидори. Что это чидори? Курочка местная жареная. Ага. Тоже очень популярна. Не, вот. Развернись чуть-чуть. Ага. Да? Так. Да, да. Да, еще здесь есть замок Айдзу Вакамасу, где проходили последние бои за шогунат. Ага. И проживал клан Мацудайра. Очень интересная история у замка. Вокруг него сад лекарственных растений рядом. Тоже очень интересная история. Токугавы были аптекарями. И Иясу тоже сам выращивал лечебные травки. Сам же себя лечил. Я не знала этого про Иясу. Да, видите, вот. Что наши гиды из Токио знают полезную информацию? В общем, Фукусима очень хорошая префектура. Это твоя самая любимая префектура в Тохоку в регионе, в Тохоку, да? Из пяти префектур Тохоку Фукусима. Катя ее больше всего любит. Ну, потому что она ближе всего к Токио, самая насыщенная. А сколько ехать от Токио на машине? Если все очень хорошо складывается, то 3 часа, но можно и на 5 застрять. Ага. Шинкансен быстрее. Можно на Шинкансене, да, за пару часов. Шинкансен до Курьямы идет меньше 1.5 часа. А, ага. Несет обедник. Окей, спасибо большое, спасибо, Катя. Приезжайте в Токио, связывайтесь Катей, да. С нами, и мы вам найдем Катю. Okay. Вон полярная лисичка бежит, пробегает мимо. Окей, пока-пока из деревни лис. Бай-бай-бай.